Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. 276 долларов у меня, да? 16 телепортов, 72 сыра, окей. Так, бесплатно открываем с тобой колоду. Так, сегодня у нас, ребята, воскресенье, да? Завтра уже будет понедельник, соответственно, заканчивается неделька, и мы с тобой заберем награду. Ну, награда не особо хорошая, ребята, потому что здесь будет Усаги. Он у меня прокачан давным-давно, так что я особо за этой наградой и не гонюсь. Но зато мне нужно кое-что другое, ребят. Конечно же, мне нужен Супер Шреддер. И желательно ДНК. Нам не хватает всего лишь 20 ДНК. Ты представляешь? Это так мало и в то же время так много. Так, я могу купить 150 на 30, ладно. Уговорили. 48, ребята, у меня телепортов, но этого мало. Ну, пару разиков я, наверное, смогу сделать. Хотя, подожди, зачем мне искать, если мне нужно еще пройти вот здесь вот платиновое испытание союзники. Давай-ка мы посмотрим, что здесь и кого мне будут давать. Так, ну, в принципе, ребята, есть смысл заморочиться. Но я буду идти сюда не полным составом, а вот таким вот. Поехали. Любые элементы, ты сам понимаешь, мне нужны. Так, три волны, я думаю, что мы здесь с тобой справимся все-таки. Ага, Макман не упал. А если мы сделаем с тобой вот такой вот ударчик? Отлично, так, морозильная кошечка. Отдыхай, родная. Так, мы с тобой перемещаемся на вторую волну. И здесь у нас Монда Гекка, Эйприл и Кейси. Сделаем запах изо рта. Оу, слушай-ка. Так, наверное, мы сделаем в первую очередь вот так вот. Теперь бомбанем масухой. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, это ничего страшного. Ну, пускай он ускоряет свою команду. Тут из команды уже, как видишь, толком никого и не осталось. Так, уничтожаем Кейси, ну и, соответственно, Монда Гекка. Так, переходим с тобой на третью волну, и здесь у нас Кирби, Монда Гекка. Так, ну что, бросаем бомбочку вначале, да? Рассчитываем на замедление. Замедление сработало только на двоих. Дальше мы с тобой, наверное, будем все-таки уничтожать Кирби. Потому что это медик, это хиллер, нам нужно от него избавиться. Солидно, теперь массовая атака от Змейка Вьюна. Слушай, наверное, я все-таки хочу вот так вот сделать. Нормуль. Так, кто-то сказал, что вот это массовый удар. Попробуем. Нет, ребята, это не массовый удар. Это обычный, одиночный. Я еще помню, что он когда делал, он же действительно одну цель подбивал. Кто-то, ребята, меня хотел с панталыги спутать, но... Как видишь, мне ничего не стоило просто взять и проверить. Ну что же, отлично. А мы с тобой прошли. Соответственно, мы получаем с тобой снаряжение союзники. А вот есть ли смысл сюда идти? В принципе, есть. Но для этого нам придется, наверное, убрать Змейка Вьюна. Твою ж дивизию. Втроем это, конечно, будет что-то с чем-то. Враг очень силен. Да я даже не знаю, как быть-то. Давай попробуем замедлить их. Да, ты видишь, да, урон минимальный. Так, что это он? Ух ты. А вот это плохо. Он сделал уклонение. Так, Кирби разбушевался. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем запах изо рта. Мы попадаем, да, но не настолько хорошо. Смотри, два хила, это плохо, ребята. Это часто захиляет, да? Надо нам с тобой пробивать кого-то, в конце концов. А, давай сделаем вот так вот массовую атаку. Та, это вообще ни о чем, ребят. Это ни о чем. Удары вообще никакого урона не наносят. Ну, Армагуша, да, молодец, красавчик, но... Но видишь, два хила, они сейчас будут захиливаться. То есть мы сейчас с тобой, скорее всего, потеряем Зека. Ну, а потом уже и всех остальных мы потеряем, потому что их быстро... О, все, ребят. Зека минусанули. Ну, на самом деле, здесь очень тяжело. Во-первых, они все 80 уровня, да. У них преимущество их больше, чем меня. У меня всего три персонажа, у них
Извини меня, четверо, да плюс еще три волны. И с каждыми тут соревноваться, но это, ребят, бесполезно. Если бы мне дали моих черепашек бы, имбовых, поверь мне, мы бы тут разнесли бы их в щепки. Но в данном случае это, ребят, нерезонно. Просто нерезонно. Сейчас у меня Джастин отдуплится. Ну-ка. Даже не могу попасть по ним, понимаешь? Все, Джастин упал. Возможно, Кирби мы с тобой, конечно, уничтожим сейчас. Да, я даже не попал. Ну вот и все, ребят. Сейчас они будут вдвоем тут отхиливаться. В общем, бесполезно с ними здесь драться. Особенно самое противное, что... Ну ты посмотри, что творит, а. Особенно противное, что... Вот этот вот голубь, да, может сделать, ребята, уклонение. Я, честно говоря, не особо обращал на это внимание. Но у него есть такой странный танец, да, который помогает им повысить уклонение. Даже если я этого голубя Пита... Вот, смотри, видишь, вот он, этот танец. Вот он вешает уклоняемость. И я просто не могу по нему попасть. Да ты посмотри. Просто не могу попасть по нему. Ну-ка попробуем таким ударом. Тройной укус. Мимо. Это ж... Какой у него там шанс уклонения стоит? Скажи-ка мне на милость. Какая процентовка? Что я... О, ну, ребят, ну волну первую прошел, а тут-то, естественно, меня расколбасит сейчас. Что я тут сделаю? Все... Ничего, поражение. Я на другое, если честно, и не рассчитывал. Ну, получил, как говорится, одну снарягу, и фиг с ним. Давай-ка попробуем с тобой все-таки на удачу, да? Какой-то бинокль вшивый выпал мне, а? Тигриный коготь, это не то все. Какая-то еще кружка, зачем она мне нужна, а? 30 жетонов, 2 доллара. Да, 8 серебряных осколков и последняя попытка. Блин, Шреддер. Да, ребята. Так и получится, что мы с тобой эту неделю профукаем, ребят. Не получится у меня получить Шреддера 20 ДНК, как бы я тут ни старался. Эх, ладно, давай с тобой делать задание. Так, значит, поднять уровень персонажа в боях. Давай, наверное, пройдем для начала серию испытаний. У нас тут с тобой Шреддер на подходе, да? Ну что же, быстренько сейчас мы его разнесем. Хотя подожди, быстренько. Надо посмотреть, что у нас с тобой по отхилу там творится. Мне нужно хильнуться. Так. Плоховато все на самом деле. Так, не попали по Леонардо. Ага, Рафаэль, давай, отлично вложил. Теперь я с тобой хильнусь. Ну и дальше, ребят, начинаем разбор полетов. Укусик. Второй. И консервная банка упала. Ну где-то там, голубчик, выходи, Шреддер. Я готов, в принципе, к драке с тобой. Даже не надо тут никакого топотуна врубать. Начинаем с ракет. Четверть здоровья отняли. Так, он повесил постепенный урон. Ребята, это ничего страшного. Так, месть. Проникающая от Леонардо. Ну и добиваем. Все. Не настолько Шреддер и крут, как выяснилось, да? Ну что, друзья мои, побед за нами. Так, нам нужно с тобой... Что это такое, ребят? Опять что-то, видимо, с интернетом, да? Сегодня весь день вот так вот интернет то появляется, то пропадает. Я не знаю, с чем это связано, но это очень сильно раздражает. Так, ну что, мы прошли с тобой серию испытаний, забираем награду. Теперь нам нужно сразиться в боях и поднять уровень персонажа. Так, ну что, Джастин, нам нужно тебя все-таки прокачать дальше. Ищем очки. Нам нужно 4 штуки. Ну, уже 3. Уже 2. Так, последние очки находим и переключаемся на поиски. Ага. На поиски других деталей. Значит, очки нашли. Теперь нам нужно, блин, эти 8 комиксов теперь, а? Окей, один нашли. Ну, их проблематично найти, я уже помню. Нам будет сейчас выпадать эта тыква постоянно, да?
Ну, конечно же. Все, ребят, задание выполнили. Так что забираем награду. И остается, что у нас? Поднять уровень персонажа. У нас с тобой 33 тысячи мутагена. Значит, мы сейчас... Ага, а кого? Кого мы с тобой прокачаем, а? Давай посмотрим. Может быть, где-то есть 48 или там 47 уровень. И есть такой, это Донателло. Да, полтинчика мы его докачаем. Отлично. Так, забираем полностью нашу награду. И переходим с тобой, естественно, на турнирную арену. Так, Лига Мастеров, ребята, 90 ранг. 9 всего лишь откатов. 9. Слушай-ка, хватит ли мне... Ну, по идее, если постараться, должно хватить. Если постараться. Нам нужно с тобой всего лишь где-то боев 10-12 провести. Нет, ну 12, конечно, перебор, но 10-9 это точно. Так что будем предельно аккуратными, да, чтобы никого не потерять. 9 откатов это получается всего лишь на 4 боя, да? У нас хватит запала. Ну, даже если я еще посмотрю, например, рекламку, плюс еще 10, да, откатов. 19 получается. Должны сегодня мы с тобой забраться в топ. Просто обязаны. Так, смотри-ка, 78 место, отлично. Так, давай дальше продолжать нашу эпопею. И возьмем, наверное, Матвея мы с тобой сегодня. Матвей, держись. Так, раз, два, три. 79-78 уровень. Так, ну я надеюсь, тут майки нету. Нету тут никаких Микеланджело, поэтому, ребята, все будет тип-топ. Так, Усаги делает вертушку, как всегда, козырную нашу. Окей, и надеюсь, Леонардо сейчас сделает козырное добивание. Да, ребята. Лучшего и быть не могло. Отлично. Так, завтра мы с тобой подведем итоги, да? Посмотрим, сколько осколков. Ну как посмотрим? Я уже знаю, сколько осколков получим. Но вот сможем ли кого-то прокачать? Вот этот вопрос меня больше всего интересует. Так, Генри. Эй, ты посмотри на него. Так, ВЛВЛ и Джошуа. Кого возьмем? Давай, наверное, Хенрика, да? Он забавный какой-то. Так. И... Раз, два, три. Отлично. Все. Мы отыгрываем с тобой, ну, более-менее слабых персонажей. Ну, не самое дно, так скажем, да? Средняк, можно так назвать. Да, средняк. Так, ну что? В принципе, Лео тут ничего не стоит. Просто добивает, если не добьет, постепенно урон заберет их. Вот об этом тебе и говорил. Все великолепно. Сейчас до полтинничка доберемся, а там уже, как говорится... До финиша и рукой подать. Так, какое место? 58. 5 откатов, ребята, 5 всего лишь. Блин, риски есть. Ну, давай, наверное, возьмем Джимми с тобой. Возьмем Джимми. Так, отыгрываем вот эту вот тройку игроков, да? Из слабых, из среднего, как говорится, звена. Два Донателло. Ну, эти будут, да, паршивцы живучие будут. Два Донателло. Так, что у нас тут? Вот об этом я и говорю, смотри. Видишь, Донни? Ведь фиг добьем. Эти, понятно, упали, потому что у них постепенка висела. Молодец. Ты посмотри, мутагеноид все-таки выжил, ребята. Выстоял. Давай вот так вот, ультразвуком. Отлично. Прекрасно. Слушай, не упал. Я думал, что он сейчас рассыпется, но... Хм, как видишь, нет. Ну, знаешь почему? Потому что Донателло не отличается физическим уроном. Защитой, да, но вот урон у него всегда хромал. Так, что у нас тут? Давай посмотрим. Я, наверное, возьму здесь Хатрон. Как-то мне ближе с ним драться здесь. Так, и надо как-то, ребята, сделать, чтобы... Три боя... Отыграть без Усаги.
Если я вот так вот, предположим, сделаю, да? И вот так. Я надеюсь, никто у меня из моих бойцов не упадет. И в то же время мы пропишем им. Так, начинаем с бомбочки на замедление. Да, замедляшка повесилась только на одного. И это Мондагека. Так, ну-ка, Шархан, пробей. Ну ладно, минус один. А так если... отлично, добивай. Так, ребята, этот бой у нас довольно неплохо прошел. Причем здесь мы не брали с тобой Усаги. Глядим, куда мы с тобой перемещаемся. Была 49-я позиция, становится 36-я. Ну, предположим. Так, здесь мы возьмем, наверное, Томми. Я беру Томми, берем Лео. Я возьму здесь, наверное, ну, пускай будет Майки, Армагон. И вот так. Ну, конечно, Шреддер здесь самое слабое звено получается у меня, да? Получается так. Тогда вешаем с тобой уклонение на всякий случай, да? Теперь вертушечка. Так, Донателло упал оригинал. И я думаю, что Армагон, в принципе, в состоянии добить их всех. Вообще на изи. И это, друзья мои, он не сотого уровня, а всего лишь 90-го. Если его до сотки прокачать, я думаю, что он будет не хуже Лео отжигать. А может быть, даже и лучше. Так, и у нас с тобой 31-я позиция. Что-то как-то медленно мы с тобой продвигаемся. У меня уже откаты практически все, закончились. Опять Хенрик? Ты посмотри, ему понравилось получать от меня звездюлик. Так их и тянется в бой. Ладно, ребята, шутки шутками, но... бойцы-то у нас с тобой заканчиваются. Даже если я получу 10 откатов. Хотя 10 откатов за глаза, ребят, нам хватит. Поверь мне, чтобы зайти сегодня в топ. Так, ну-ка, караечка. Минус Лео. Так, иммунку вешает. Вот паршивец. Слушай, я, наверное, друзья мои, возьму... хотя нет, будем атаковать. Я думал провокацию взять. Ой-ой-ой-ой-ой. Выживут. Нифига, постепенный урон на всех. Вот это новости, друзья мои. Слушай, а зачем я взял провокацию на Тимати? Скажи-ка мне на милость, а? Он и так он под постепенным уроном стоит. Ладно, хорошо, что мы добили этого Донателло. Соответственно, Тимати выжил. И, соответственно, мы с тобой никого не потеряли. И получаем полный бонус. Да. Ну-ка. Какое место? 21-е. Друзья мои, откаты закончились. Купить я, по-моему, не смогу. Хотя, подожди-ка, они стоят 150. Ага, 10 штук, 250. В любом случае, мне не хватит. Поэтому я, ребят, буду смотреть рекламу за 10 откатов. Ну что, друзья мои, последние 2 откатика мы с тобой заработали. Итого 10 штук. Ну что, продолжаем турнирную арену. У нас ранг 16, то есть совсем чуть-чуть осталось, да, до топчика. И мы выбираем с тобой джуниора. Окей. Так, беру Лео, берем Рафаэля, Донателло, Крис Брэдфорд плюс... ну ладно, пускай будет Сплинтер, так уж и быть. Ну что, бригадушка, поехали. Начинает Лео. Так, секундочку. Хиляется, ё-моё. Так, хорошо, ребят, берем провокацию. Сейчас Рафаэль будет раздавать звездюли. Всем причем. Так, мы с тобой еще сделаем защиту дополнительную. Она точно не будет лишней. Плюс еще пробафаемся от Сплинтера. И погнали. Так, сюриками бомбанули, но слабо. Так. Выжил, да, хламунишка? Да ладно, тебе же крышка. Доня, ну куда ты лезешь, а? Скажи-ка мне, ну он выживет? Он... нет? Ну тогда все, ребят. Сами понимаете, да? Тут я уже церемониться с ними не буду. Хоба! Зря ты, парень, так сделал. И проникающей ногой. Все. Лучше не придумаешь. Команда отыграла все отлично, ребята. Но у нас с тобой еще 8... какой 8? 9 откатов.
Так, и местечко мы получаем 9-е. Так, неужели еще два боя, а? Брахим. Ну, давай возьмем Брахима. Но здесь я сделаю немножко, ребята, похитрее. Мы берем с тобой Леонардо плюс Усаги и вот этих вот 60 уровня, на всякий случай. Чтобы если у нас какие-то будут недобитки. Блин, ну Пита в любом случае надо выносить. Мы его не имеем права с тобой оставлять в живых, потому что он сразу же отхиляет команду. Упс, тихо. Так, Лео, будь добр, добей. Рок, кстати, выживет, да? Почему вот, ребят, когда мне кажется, что кто-то выживет, да? Никто не выживает. Когда я думаю, что наоборот, мы сможем всех добить. У нас на тобой ничего не получается. Так, ну и в итоге, твою ж налево, еще один бой. Естественно, завтра, в понедельник, да, мы уже с тобой сыграем где-то накануне перед откатом. Завтра у меня последний выходной. Так что я как бы еще успею здесь поймать это времечко. Ну, единственное, что встать бы мне. А то ведь я любитель посидеть ночью, тем более на выходном, допоздна. А потом весь день дрыхнуть. Ну-ка, Усаги, будь добр. Накажи их как следует всех. Ну, в принципе, неплохо. Так, Лео, делай свое дело. Так, тихо, тихо, Рокол. Ага, ага, вот так вот он, ребята, делает. На тебе. Не вышло, так, не вышло. Ну, а ты, Ванюша? Да серьезно, что ли? Не могут его пробить, прикинь. 60-й мои уровни, 79-го пробить просто не могут. Ну что, вроде бы и все, ребята, получается, да? Топовое, как ты понимаешь, у нас с тобой место. Плюс ко всему. Так, секунду. В магазине у нас приобрести нечего. Так, по жетонам. Ага, 61 монетка. Берем с тобой 3 ДНК. Отлично. Так, по жетонам все пока кисло. Здесь у нас 15 долларов висит, это понятно. Ну и все, ребята. Как бы больше мне здесь делать нечего. Сыра у меня нету, так что я по фарме здесь сейчас ничего не могу. Да и откатов мало, точнее телепортов. Мутагена у меня нормально, так, 38 тысяч. Но это уже в следующей, наверное, серии мы кого-нибудь с тобой еще прокачаем. А кого тут можно? К примеру хотя бы, а? Давай-ка посмотрим. Ну, можно, например, Рафаэля Космос, да? Прокачать до 50 уровня. Ну, а почему бы и нет? Так что, друзья мои, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!